700 километров за 18 дней. Жюль Верновский Филиас Фок, наверное, улыбнулся бы такому результату. Да, не кругосветка. Зато весь путь на велосипеде с одноместной палаткой на плечах. Антон Пасечник решился на Евротрип в Швейцарию, чтобы увидеть горы. По его словам, Альпы – самая доступная точка. Но сначала тренировки дома. За несколько месяцев, когда я начал планировать это путешествие, я купил билеты и после этого сразу же начал подготовку, чтобы не ударить там в грязь лицом. Каждый день я выезжал на велосипеде, практически каждый день, проезжал где-то от 50 до 100 километров, чтобы физическую форму набрать. В качестве тренировочного аппарата стрит-дёрт велосипед. На таких прыгают по трамплинам и месят грязь. В Европе же чисто, тем более в Швейцарии. Поэтому путешествие прошло за рулем спортивной модели. Его присмотрел еще до отъезда в интернете, оставалось только забрать. И вот чудо, бэушный байк за 100 евро не подвел. С байком мне очень повезло, он выдержал весь мой трип от Женевы и до Цюриха, включая там еще путешествие по серпантинам и горам. Очень повезло. И никаких нареканий с велосипедом не было. А запчасти были какие-то с собой? Даже ключей не было. То есть, если бы он у меня сломался, я бы стоял, наверное, на дороге и ловил попутку. Но мне повезло, и ничего такого не случилось. Крутить педали пришлось много – 18 дней. В среднем преодолевает по 50 километров в сутки. Это только мастерам Тур де Франса покажется разминкой. Представьте себе 7 часов по серпантину или, например, в гору. Успокаивают разве что прекрасные альпийские виды, за которыми и ехал. Также зацепляет кусочек Франции, а благодаря правильно взятым авиабилетам успевает посетить Швецию и Данию. Наверное, вы думаете, что это путешествие стоило ему очень дорого. А нет, это бюджетный вариант. В 3 недели мне обошлись, включая байк, билеты и проживание в Европе, чуть более 30 тысяч. Антон не расстается с велосипедом и в Нижнем Новгороде. Крутит педали практически в любую погоду. Например, сегодня преодолел путь от середины улицы Родионова до Почаинского оврага. Здесь он работает. И пусть нижегородские ландшафты мало напоминают швейцарские Альпы, расставаться с велосипедом он не хочет. Сейчас в разработке еще один маршрут по Нижегородской области. Говорит, у нас тоже есть что посмотреть. Одно пугает – невоспитанные водители. Антон Ганин, Михаил Гордняков. Объективно, ННТВ.